Кто? Мама именно про Мору говорит. Ну, Морка наша, Морочка, Морочка наша, зайчка, кисочка. Наша уже пенсионерка, да. Я до тебя тоже доберусь, я тебя искупаю, все промажу тебе, Манюш. Да, все обработаю тебе. Это брюзга вон лежит, видите, брюзга. Столько хлама сегодня разобрали. Весь вот тот угол разгребли. Все, ни одного теперь нету контейнера, слава богу. Смотрите, сколько у нас всего. Еще вот там вот я закажу деревянную шкатулку большую ей на комод. Мы все-все-все ее резиночки туда соберем. Вот здесь еще я не закончила, просто даже не буду показывать, потому что вот все в коробочках, все убрали, все красиво. Я просто сейчас еще шкаф буду трясти. Мы тут уже там все вот разобрали. Там уже вытерли, но еще очень много. Вот сейчас пока 5-минуточка. Вот сегодня День народного единства. И сегодня Казанской Божьей Матери. Сейчас приду! Названо в честь там, где ее в городе, в который нашли. В Казани. Ну, Сяша вот фигней страдает, мучается. Потому что что? И Ануся. У нас две темы. У нас прям вот только две темы. У нас Нуся и Маня. Нуся и Маня. И Маня и Нуся. Это две малявки. Вот это захотелось побрюзжать. Вот видите, захотелось побрюзжать. 5-минутное брюзжание. Брюзжание, да? Брюзжание. Одуванчик. 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 Прикройте пуски. То YouTube удаляет видео с голыми пусками. Да. Кафе. Приехал конструктор. Это подставочки. Кафе. Это детали. Изучаем его в Англии. Что это такое? Приехали тряпочки всевозможные. Кучки. Губочки. Вот сюда. Потом в субботу будем убираться, все старое выкинем, это не нужно. Вот сюда можешь свернуть, положи, вот тут. Скрути, положи. Вот. Молодец. А представляешь, тебе потом еще разукрашивать с другой стороны, можно еще как долго этим заниматься, да? Может быть другой. Или такой же? Один в один. Да ты что? Тогда давай я один на работу унесу. Вот старый. Тогда положи вот сюда, я старый на работу. Я думала, он другой, чуть поменьше. Ладно. Я так руками подругу. Подточу тебе. Подточи. Настя, сама. Приехали с дачи, сейчас разобрали продукт, потому что Озон приехал. Все битнем, просто битнем. Манька сидит, купила ей, опять расчесала себя. Фенистил, циклодерму. Бабушке от себе, от кашля, курицу. Сейчас сварю. Платок вынесли. Яблоки привезли богатые. Света не хватает. Вот, купила себе новую. Сейчас. Секунду. О боже, смотрите, что у нас в комнате. Значит, заказала на дачу штору. Вот она, такого вот цвета будет. Это вот общий холл. Тюль уже отвезли, мы получили. И вот такой подпад. Ну, вот одного цвета, видите? Вот, это на дачу, в холл. Крючочки все уже отвезли вчера. Настя карандаши точила тут все. Вот, купился новое ведро со шваброй. Вот. Посмотрим, что это за зверь, с чем его едят. Умная швабра.
Все, сейчас надо разиться. Жарко вообще дома, ну невозможно к окну не пробраться. Вот. Ну, Сяша кушает уже из бомбончика всякие вкусности. Вот, а его я на работу отнесу. Да, папа хотел нет, с коровкой. Нет. Ну, вот, коровки. Два с говядиной. Пельмени жареные. Жареные пельмешки. Что я вижу? Что вижу? Шурма. Это что, 5 секунд, да, килограмм? Нет, ну тут был целый, прям даже с горкой. Что было? Это я поела. Ты ела, да? А что это? А пробовала? Пельмени. Жареные. Я сейчас один ела. Человечий закон. Инструкция. Я вижу, что шаурму ты съела. Боже мой, шунгальтарара. Ты даже когда-то их пила, и было хорошо. Это гомеопатический препарат. Гомеопатия. Где пельмени? Отдайте. Чебурчики из помпончика. Нет, мам, это они рассасывающие, они абсолютно безопасные, хорошие. О, это хворост. Хворост. Надо курицу куда-то пристроить. Цветойки. Поешь. Не знаю, как подойти, как не будет. Ведро, но Сяша сама налила воду, вынесла. Намочила, выжила. Начинаем мыть оттуда, от головы. Везде под столиком, под своим. Сначала надо туда проехать. Ой, кто там вот аккуратно. Кто? А ему подарочек. Ага, ну давай, вот путем. Аккуратно его не задеть. Аккуратно. Мой, мой, давай, мой. В общем, под сильно даже ребенку. Кстати, можно даже, Настя, дай-ка сюда. Дай. Даже можем утомыть. Отходи. То есть она настолько ложится, то есть, что можно ей... Можно даже под кроватью мыть, наконец-то. Да, ей нужно даже помыть под кроватью. Что у нас там уже заросли? Это что за яйцо? Вот. Во, как хорошо. Дай. Еще. Еще одно яйцо. Ну, еще. Смотри, сколько туда пыли, Настя. Еще какая-то резинка. Сколько пыли оттуда. Сейчас тут магнит. Вот пыль. Разверну. Мам, можно я сама? Можно, смотри, вот эту пыль надо все. Тоже сам можно помыть под твоей кровати. Ага, удобно. Вот пыль, а только... то наши мы никогда под кровать не палочки от чупа-чупсов тут. Блин. Одной рукой это как-то... Как-то неудобно. Не очень. Не, надо оттуда. Видишь, смотри, что ты делаешь. Подожди, дай. Надо, видишь, собирай это все сюда, сгоняй. Ладно, пока волнуйся, потом я приду. Вот оно, ведерко. У меня тут тоже... Дела идут. Раковину мыла. Тут все помыла. Эту сушилку помыла. Контейнеры новые. Вот конос привез, все перемыла. Сейчас буду стол мыть. Отжимай. Что-то оно не влезает. Влезает. Вот тяжело. Давай. Я могу сама. Ой. Давай я пишу. Не надо. Все, ну два раза достаточно. Чтобы прям была хорошая. Ну-ну. О! Давай. Попробуй. А бабушка говорит, я со своей этой Веледой не расстанусь. Не, я вот моя Велена. Веледа. Да. Вон там ведро. Не, не расстанусь с ней. О, моя любименькая. Видишь, как хорошо. Так. Что случилось? Настя.
Ты упала? Конечно. Нет, она вот так сделала у меня. Трынь! Прилепилась. Куда? Нет, а звук-то был. Что-то ударилось, что-то упало. Ты подскользнулась, упала? Насть, чем ударилась? Насть, надо аккуратно. Если скользко, аккуратно. По суше, значит, тряпку побольше выжимай. Какая картина? Все моют полы. Все. Да. На пару. Мама отдыхает. Вообще дела идут. Ребенок просто в восторге от новой швабры. Моет полы. Мыла мне сейчас батарею. Так, тут почти все помыл, но тут довести до ума. Это сушеные яблоки. Целый куль. Кулька. Я помню, когда, так кушать, когда бабушки компоты не было, варить. Я все стала делать. Я его даже туда вставлять не стала. Угу. Сейчас я приду с пылесосом, пропылесошу. Дальше домоем и все, стульчики поставим, уберем. Поверните налево. А что это было? Слышал, Леш? Прямо 4 километра. А? Не слышал? Я слышала. Слышала? Я слышала. Что было? А сейчас поворачивали вот под наклоном. Шуф-шуф-шуф-шуф. В холодильнике, смотрите, сколько всего контейнеров, еще гору. Сейчас еще заказала Макдональдс, ребенок просил. Очень просил ребеночек. Как мама ты обещала. Жарко. У нас Макдональдс на Вакханале. Все аж есть. Бабушкин заказ. Буки. Звони папе. Буки. Роллы. Да, пирожечки. Салат. Коктейль. А и сок апельсина. Кто говорит? А? Хорошо. Я восхищаюсь. Федор, спасибо большое. Я как-то попозже придет. Самое драгоценное. Еще у меня последнее. Я слышу. Нам надо будет все поговорить. Как мне? Нет. В какой очередности будем заходить за бонусами к Татьяне Анатольевне? Нет, как пережить? Цезарь. Коктейль ванильный. Сучки. Салют! Неожиданно. Я блин слышу, как все свое сердце чукает. Картошку. Все, это был последний. Ой, ужас. Мама, я слышу, как мое сердце тюкает. Тюкает? А мне сейчас в ушах сердце, ёпарсоте. Успокай. Так, это под мусор. Это можно так пугать. Соус, да, бери, бабушка.